Армянский военком за $1000 пытался отмазать призывника от армии. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Службы национальной безопасности Армении, выявлен случай получения взятки сотрудникам Министерства обороны Республики Армения. Как передает армия АС, со ссылкой на армянские СМИ, заместитель военного комиссара Гигаркуникской области, у гражданина, подлежащего призыву на военную службу, без военно-медицинского освидетельствования внес соответствующие отметки о непригодности к военной службе, потребовав передать через инспектора того же военного комиссариата сумму в размере $1000. Передача денег осуществлялась под контролем сотрудников СНБ, после чего заместитель комиссара был задержан. В Следственном управлении Службы национальной безопасности Армении возбуждено уголовное дело по делу о совершении преступления, предусмотренного соответствующей статьей Уголовного кодекса. Два человека арестованы. Советник президента Армении: на передовой армянские солдаты испытывают страх. Советник президента Армении, руководитель Международного центра человеческого развития Тиван Погосян, обратился на своей странице в Facebook к ситуации на линии фронта. Как передает армия АС, со ссылкой на армянские СМИ, Погосяна сильно беспокоят инженерные работы, проводимые азербайджанскими военными на линии фронта. С летнего призыва 2018 года прошло более 6 месяцев. Сейчас у нас ситуация, когда приступившие к службе более 6 месяцев назад новобранцы не знакомы даже с запахом пороха, и пока у них нет опыта. А неопытность всегда порождает страх. Надеюсь, в нашей армии есть инструмент по измерению страха, иначе понимаете, какая ситуация сложится из-за неопытности. Отметил он.